мы смотрим на ряд цифровых автоматических выключателей фирмы Trek Outdoor Products. Все четыре модели идут для 12-вольтовой цепи. Они бывают двух диапазонов – низкий диапазон от 10 до 25 ампер и высокий от 30 до 60 ампер. Также доступен вариант без дисплея или с дисплеем. На нем можно видеть как вольтаж, так и силу тока в реальном времени. Здесь у нас модель с дисплеем, подключенная к прибору и АКБ для демонстрации работы выключателя. Как вы видите, провода аккумулятора подключены к клемме питания, а прибор подключен к нагрузочной клемме. Обратите внимание на дополнительный провод. Это заземление, которое подключается в любом месте данной системы. Чтобы активировать выключатель, нажмите и удерживайте кнопку Mode. И вот мы видим, прибор показывает текущий выбранный ампераж. Сейчас это 15 ампер. Но вы можете нажатием на соответствующую кнопку переключаться между другими вариантами, выбирая силу тока, при которой будет срабатывать прерыватель. Вы также можете настроить автоматический или ручной перезапуск. В авторежиме перезапуск будет происходить самостоятельно через 30 секунд. В ручном режиме будет загораться красный индикатор, и перезапуск будет происходить нажатием на кнопку Reset. Данный выключатель подключен к якорной лебедке, поэтому мы можем показать силу тока во время ее работы. Сейчас у нее нет нагрузки, поэтому вначале будет медленный рост, но затем резкий подъем, когда веревка станет в натяг. Как вы видите, мигает световая индикация, сигнализируя о разрыве цепи. И теперь мы просто нажимаем Reset. Все, выключатель перезапущен. Прибор снова готов к работе. Да, а длинным нажатием кнопки Mode вы, если хотите, можете выключить устройство перед тем, как выйти из лодки после рыбалки. Вот такие четыре модификации автоматических выключателей от компании Trek Outdoor Products. Ищите надежную защиту бортовой сети вашего катера? Автоматический выключатель от фирмы Trek. Идеальное решение, которое поможет защитить оборудование на вашей лодке от скачков напряжения. Мы уже оборудовали такими выключателями множество проектов и можем с уверенностью сказать, что это одно из самых технологичных и надежных приспособлений для решения подобных задач. Звоните, пока они еще есть в наличии. Телефон и ссылка на наш сайт в описании к видео.